Доброе утро, друзья! Сегодня рыбачим. Хороший денек, мороз, минус 9. Вот, расставляюсь. Есть первый флажок. Сейчас иду проверять. Посмотрим, может, что-то интересное. Первый раз в этом году на этом месте. О, нашел. О, крокодильчик. Вот она, красота. Вот она такая вот красотища. Вот такая вот. Вот такие вот щуки ловятся здесь. Но мы идем дальше. Второй флажок. Вот мы подходим. Стоит уже давно. Стоит уже давно. Размотало не все. Сейчас посмотрим, что там у нас. Вот это вот. Так вот стояло, а вот это все размотало. То есть хорошо долго крутило, если был рядом, можно было подсечь. Ну, видимо, судак, судачок. Скорее всего, даже не крупный. Вот только что клюнул судачок на балансир. Сейчас лунку маловатую, наверное, сделал. Он не пролазит у меня или просто застрял. О, вот он. Вот такой судачок. Такой хорошенький судачок взял только что. Ну, такой вот балансирчик. Лаки Джон. Такой попугайчик или как он там. Хорошенький судачок. А щука что-то молчит. Нету поклевок. Притихла. Я решил поменять эту щуку. Ну, есть результат. Было сперва несколько подбросов, ударов, ну а потом он все-таки взял. Это долгий перерыв был, наконец-то поклевка. Я уже подмерз, пока судаками занимался. Поймал судачка просто рекордного размера. Это потрясающе. Такой вот судачок. Чем взял четко за... За нижний тройник. Вот такой вот малечек. Такой же, как и балансир. Кстати, его можно на живца попробовать зарядить. Правда, жалко. Надо отпустить. Давай, ныряй. Сейчас пошел. Идет перемена погоды. Пошел дождь. Весь ледом покрываюсь. Температура растет. Уже минус 2. Вчера было минус 9 где-то, сейчас уже минус 2. Вот. Клев. Так себе. Вот опять флажок встал. Тоже 8-я поклевка, но взял только одну. Выплевывает. Не хочет. Не хочет цепляться. Вот. Ну ладно, сейчас посмотрим. Вот здесь это зацепилось. О, мотает, да ты шо? Это хороший знак. Коль мотает. Ой, какая красота. Ой, какая красота. Ой, умничка. Мотает. О, вот это я понимаю. Есть крокодильчик. О, да ты шо? Ого. Вот это крокодильчик. Не хуже первого. Главное вытащить его теперь. Оттуда. Да, хорошо так. Хорошо так кто-то зацепился. О, куда больше не дам. Стоять. Стоять. Стой.
Ну давай, 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 давай. Давай ближе к выходу. Это хорошенькое что-то взяло. Лунку влезть. О! Есть. Есть рождение щуки. Вот такая вот вторая. Вот такая вот торпедка номер два. Ну что, два трофея за один день. Это хорошо. Круто. Ох, такая щучка. Отлично. Рыбалка удалась. Ставьте лайк. До новых встреч.